Всем огромный привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price по адресу город Саратов, Азина 39. Давайте вместе с вами посмотрим огромное количество новинок, которые я нашла в этом магазине. Приятного просмотра! Ура, ура, наконец-то до нас добрались щетки для ухода за телом. Силиконовые. Такая силиконовая щеточка позволяет экономно расходовать гель для душа или скраб. Удобно одевается на руку. Щеточка есть розовая, есть голубая, состав силикона и цена 99 рублей. Если вы брали, напишите отзывы, как вам, понравилось или нет. Похожая щеточка есть для лица, мне она очень нравится, она стоит 55 рублей, удобно держать, наносить моющее средство, отлично очищает кожу и подготавливает к дальнейшему основному уходу. Новые косметички, состав ПУ, полиэстер, нейлон и сталь. Очень приятный на ощупь, чем-то похоже на кожаный, но нет, это как, наверное, даже больше на джинс похоже. Есть ярлычок. Косметичка достаточно вместительная, внутри одно отделение. Все ровно идеально прошито, замок ровный, швы все ровные. Косметичка представлена в трех цветах, нежно-бежевый, голубой цвет и бордовый. Цена 99 рублей. Сумка с пайетками. Меняет цвет. Цвета фуксия, даже сиреневый, наверное, на голубой цвет. Здесь есть цепочка, которая одевается, и косметичка превращается в сумочку. Цепочка довольно-таки длинная, и ее длина не регулируется. Можно использовать как сумочку через плечо, можно использовать как косметичку. Внутри одно отделение, тоже все ровно прошито, нигде ничего не торчит, нитки не торчат. Эти сумочки тут я нашла в трех цветах. Черное с серебром, черное с золотом и фиолетовое с голубым. Они по 199. Смотрите, что я нашла. Это детская жилетка по 199 рублей. Несколько цветов в магазине есть. Жилетка красная, синяя и черная. Состав жилетки вверх 100% полиэстер и уплотнитель, утеплитель тоже 100% полиэстер. Смотрится очень аккуратно, но она очень легкая, наверное, на очень теплую весну или прохладные летние вечера. Немного тяжеловато работает замок, не самый легкий. Покажу поближе, как прошит замок и внутренние швы. Все достаточно ровно. В принципе, за 199 неплохие жилетки детские. Но размеры как-то маленькие, наверное, до 4-5 лет. Больших размеров таких нет. Нашла еще один детский жилет. 70% хлопок, 30% полиэстер. Жилет очень мягкий. Его, наверное, нужно носить с какой-то кофтой или с рубашкой. Очень приятный. Он стоит 99 рублей только в синем цвете. Я добралась до новинок из отдела «Все для кухни». И нашла подставку, подложку и подкрышку. В сложном виде не занимает много места. А в разобранном виде выглядит она вот таким образом. Состав этой подставки полипропилен и эва. Подставка предназначена для надежной установки ложки и крышки во время готовки. Подходит для крышек любого размера. У меня, например, крышки не было, я взяла здесь, которая была в магазине. Помогает поддерживать порядок и чистоту в вашей кухне. Также можно ставить половник, он будет фиксироваться вот тут. Подставка продается в трех цветах. Это зеленый, ярко-розовый и третий цвет либо фиолетовый, либо синий. Просто его нет здесь в магазине, не могу показать. Но вариант этого цвета указан на самой упаковке. Цена 55 рублей. Очень интересный появился набор из четырех предметов. Здесь миска, дуршлаг, миска мерная и миска еще одна мерная. Четыре предмета, все яркого цвета, разных цветов. И очень компактное хранение в виде пирамидки такой. Материал этого набора полипропилен. Можно использовать в микроволновке, мыть в посудомойке, выдерживать температуру
от плюс 125 до минус 23 градуса Цельсия. Самая маленькая миска имеет объем 800 мл, у нее есть носик удобный и также имеются удобные ручки. Вторая миска имеет мерное деление, шкалу, она на литр 200 мл красного цвета. Дуршлаг диаметром 22 сантиметра, удобный, с ручками. Но вот маленькие макароны типа спагетти, скорее всего, здесь не получится промыть, потому что они здесь просто провалятся в дырочки. И самая большая миска, она на 4,5 литра. Внутри никакого деления нет. Можно использовать для шашлыка, для замешивания какого-то теста. Такая удобная и большая. Тоже с ручками. В сложном виде этот набор не займет много места на вашей кухне. Цена его 199 рублей. Обновились банки для сыпучих продуктов с дозатором. Теперь они появились с крышкой. В прошлом году были похожие банки, немного другие, с крышкой. Они стоили 77 рублей, эти баночки теперь по 99. Но у них есть отличие. С одной стороны, есть мелкая такая сеточка. Очень плотно закрываются. А с другой стороны, просто открывается, можно доставать какие-то крупы, гречку, макароны хранить, все, что вы хотите. Все очень плотно, хорошо закрывается. Эти банки на 1,5 литра. Состав полипропилен. Три варианта крышки. Это желтый, красный и зеленый. Цена банок 99 рублей. В отделе хранения нашла ящик универсальный на 2 литра, пластиковый, размер 18 на 15 на 9 сантиметров. Ящик с крышкой, состав полипропилен и цена 55 рублей. На мой взгляд, дороговато для такого маленького ящичка из фикс прайс. Милые наборы блокнотов, здесь 3 блокнота на 40 листов, на 40 и на 40. Просто разных размеров. Такие наборы по 55 рублей. Вот с пандочкой еще не было. А с арбузом, ананасом уже вот такие были веселые. Я уже показывала их в прошлых обзорах. И вот с такой девушкой тоже были. И вот еще есть с листиками. Три блокнота за 55 рублей. Новая акваминераль появилась со вкусом яблока, газированная, с соком. Цена неизвестна. Я помню, прошлым летом были уже такие блокноты, но были другого дизайна, антистресс, гелевые с блестками. Опять эта красота появилась на полочках фикс прайса. Все так это залипательно, хочется их трогать, трогать эти обложки. Кстати, обложки снимаются, их можно одеть на любую другую тетрадку, любую другую книжку. Фламинго — это что-то новое, в том году его точно не было, написано «Beautiful». Цена теперь этих блокнотов 199, в том году, если не ошибаюсь, стоили 99 рублей. Сами листочки сбоку имеют картинку, внутри сейчас покажу, что. Внутри не клетка, а просто точки. Хотела узнать, сколько листов. 96 листов, полиуретан, бумага и гель. 96 листов блокнот, фламинго. Здесь вот лама, но здесь очень много блесток, и ее практически здесь не видно, вот она. Потом какое-то дерево, не пойму, это лето или осень, вроде бы и лето. И еще одно дерево. Много очень блесток, но они как-то не очень передвигаются. Может быть, слишком много геля. За 199 рублей эта красота будет ваша. Впервые вижу я в фикс-прайсе такую вещь, как называется, как питибук. Питибук – это мега популярные дневники на 5 лет с вопросами на каждый день. Уже более 100 тысяч человек в России ведут свой питибук. Что же в них особенного? Вопросы на каждый день, которые покажут, как меняешься ты и твоя жизнь. Ты всегда можешь узнать, что происходило с тобой 1, 2, 3, 4 года назад. И достаточно 5 минут в день, чтобы записать самое важное. Они все одинаковые, все вот такие коричневые. Стоят 199 рублей. Книга достаточно тяжелая. Тяжело держать ее в руке, прям весомо, я бы сказала. Если вы о таком слышали или у вас такое есть, пишите в комментариях, давно ли вы его ведете. Для самых маленьких в фикс-прайсе появились машины-помощники. Машины-книжки на колесиках. Вроде как игрушка, вроде как и машинка. Вот у этой машины даже колеса разные. Здесь экскаватор. Смотрите, даже три кота есть. Вот это красота. Класс. Вот это, наверное, многим понравится. Этот мультик очень любит детки. Как они ездили на пикник. Достаточно много, кстати, страниц тут. Еще нашла смелые щенки, щенячий патруль.
Я знаю, что этот мультик тоже детки любят. Еще одна хорошая находка – это книжки с глазками. Из мультика «Мимимишки», «Цыпа-почтальон». Так, ну, глазки только у первой картинки. Дальше просто идут картинки обычные. Если у кого-то любимый мультик «Лунтик», то здесь вы можете купить вот такую книжку. Про Милу, про Лунтика и про его друзей. А вот эта книжка очень даже еще и полезна. Здесь есть время. Можно показывать, сколько времени учить с детками. 3 часа, 1,5 часа и так далее. Разные истории, сколько это времени. Очень полезно и познавательно. И также еще есть с зайчиком, собачкой. Это, наверное, для тех, кто поменьше. Разные животные. Кто как, в какое время занимаются, распорядок дня должны заниматься детки. Вечером, утром и так далее. Еще одна новинка добралась до нашего города. Это швабра за 199 рублей, универсальная с рукояткой. Швабра длиной 110 сантиметров. Вот эту тряпку можно будет потом менять, покупать ее отдельно. Она продается в фикс-прайсе. Очень легко менять тряпку, нажимая на кнопку. Она складывается. Вот таким образом тряпку можно снять, помыть ее в воде, отжать и обратно повесить на швабру. Сами насадки, сами швабры разных цветов. Тут ее можно выбрать. Их цена 199 рублей. Я думаю, что достаточно хорошая длина для того, чтобы мыть полы. Также швабру будет удобно мыть под диваном. Где-то далеко она будет доставать. И вот таким образом ее сложить, то очень далеко она будет убираться. В самых недоступных местах. В сложном виде швабра не занимает много места. А, кстати, ручка еще есть ярко-зеленого цвета здесь. И в магазине их разбирают очень быстро. При мне купили уже 2. Очень быстро с полочек фикс-прайса пропали наборы «Алхимик». Они были мега популярны, и у вас есть шанс купить их еще раз. А у меня есть видео, где я делала лизун и жвачку для рук. Я вам ссылку оставлю в описании, и еще всплывающее окошко где-то вот здесь будет. Вы можете на него кликнуть и перейти посмотреть, что из них получится, из этого набора. Стоимость 99, здесь есть цветной лизун, причем лизун разных цветов. Лава опоцветная, красная, зеленая, также другие цвета. Еще есть жвачка для рук. Вот самые классные, это жвачка для рук, лизун и лава. А вот набор лучистые кристаллы, он не совсем безопасный, и вот эти сами кристаллы нельзя трогать руками, потому что содержатся какие-то вещества, поэтому подумайте, стоит ли его покупать или нет, лучше купить что-то более безопасное. Цвет самого лизуна, который идет в наборе, указан на упаковке. Стоимость 99, и дети в восторге, все очень быстро и легко можно приготовить, минут за 15, наверное, даже быстрее. Дети довольны и родители счастливы. Цена таких наборов 99. На сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Увидимся очень скоро. Всем пока!